Так, Киевский вокзал, я смотрю, вот прям на фонтанчик здесь стою. О, это хорошо, подарки, это хорошо. Здравствуйте. Спасибо огромное. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое, спасибо. Да, воистину воскрес. Да ладно, здрасте, спасибо большое. Здравствуйте. Полная машина. Отлично, отлично. Не ожидала сегодня. Думала вообще. А что вы на Пасху-то? Вы же могли бы или раньше приехать, или позже. Ну, привыкли по воскресеньям, а зачем менять что-то? Люди знают, что воскресенье. Смысл. Спасибо, воистину воскрес, спасибо. Спасибо большое. Помощниц нас. Здравствуйте. Спасибо за помощь в праздник. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое. Вижу, да. Так. Спасибо большое, спасибо. Хорошо, да. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо и вас с праздником. Спасибо. Спасибо, мы вас тоже всегда рады видеть. О, спасибо большое. С праздником. Маша пришла, наша постоянная помощница. Всем привет, да. С праздником. Воистину воскрес. Так, мы разгружаем то, что привезли из Киевского. Блистогонка для собак. Так, ребята, две тележки, пленка, ведра. Купили опять все, что можно, ребят. И у нас накопилось 30 тысяч на карте. Ребята, все потратили. К сожалению, пришлось. Купили шурупы, купили биты, купили. Так, что мы еще купили? Держатель для сварочного аппарата. Купили для малышей, чтобы водичкой им наливать. Купили крепыш. Приехали 11 коробочек для сбора пожертвований. Так что все хорошо. Помощь от Татьяны. Постели, матрасы. Ванночки еще есть. А вот это коробочки. Скоро пожертвования. Вот это замочки. Александра, это для вас.